Как установить ловушку на бане? В руках у меня мелисса. Трем внутри. Кстати, привет, земляне. Я взял старый улей. Их у меня много, поэтому мне не жалко. Итак, мелиссы мы протираем все то, что где будет находиться сушь. Ставим сюда сушь. Ячейки, видите, какие большие? Это была пустая рамка, и просто на ней была проволока. Так, сушь мы ставим вот таким образом, чтобы пчелка залетела такая. О, нифига себе, сушь. Здесь уже была вощина, и они отстроили вот так ее. Здесь уже поменьше ячейка. Так как они светлые и недостроенные, мы кладем их первыми. Дальше пошла у нас темная рамка. Так, ловушку мы ставим на 6 рамок. Вот то же самое. Сушь вся поеденная мною. А вот те скотины здесь никто не звал. Здесь была перга. Так как мы ловим все-таки пчел, а не восковую моль, поэтому пергу мы убираем. Перегородка. Перегородку тоже протираем мелиссой. Вставляем прилетку, протираем мелиссой, и переднюю стенку тоже самое. Идем по наклонной. Берем положок. Старый древний положок, который уже мне не нужен. Для запаха берем степлер. Берем еще один положок. Он весь дырявый, проеденный пчелами. Грызенный. Блин, он как-то туда не подлазит. А вот так подлазит. И укутываем его. Самый лучший способ ловли роя у себя на пасеке — это на бане. Здесь всегда нет ветра, нет дождя. И в любую погоду можно лазить пчелам. До ловли роев остается неделя. Но здесь уже готово. Одеялка. Да и крышу. И в любой момент можно его проверить. Недалеко, не отходя от кассы. Пошел в баню, залез на крышу и проверил. Так, улей-то я уже обжарил, поэтому опять натираем мелиссой. Также 6 рамок. Прилетка. Дальше. Черные рамки идут в середину. Вот их две-три штуки. Три штуки черных. Такие рамочки светлые по бокам. Совсем светлые.
по всем бокам. Закрываем перегородкой. Все то же самое. Накрываем полошком. Сюда я покладу и положу, без разницы, подушечку. Здесь одеялка. Фиг. Вот здесь будет микрофон висеть. Крышу. Свеженький положок, либо холстик, как его называют, кому как нравится. Мёд с собой. Вот и все. Так, две ловушки здесь поставили. Надо где-нибудь найти третье место, где поставить. Ну, ставим там, где нет, соответственно, муравьев. Муравьев у меня в этом году что-то море. Ставим третью ловушку. Ну, сначала я покушаю.